Возможно, у Надежды Бабкиной будет получаться руководить какой-то частью, вернее, влиять на какие-то процессы, которые связаны с культурой, допустим, с тем же театром, или с песнями, или еще с чем-то. Я не знаю, есть ли эти вопросы, они актуальны ли они вообще в Мосгордуме. Вот, ну пусть пробует. Я вообще на самом деле не против ничего, честно. Я против только настоящей несправедливости. То есть это я против того, чтобы людей убивали, чтобы шла война, чтобы у кого-то незаслуженно отбирали что-то, дома там или еще что-то незаслуженно. Я против этого. А в депутаты, если Надежда Бабкина пройдет, да ради бога, пожалуйста, лишь бы вреда не было никакого от этого.